Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня у нас праздничный новогодний тираж. Впервые за 6 лишним лет существования русского лото наш праздничный новогодний тираж выходит действительно 31 декабря. И он по-настоящему праздничный, потому что мы приготовили для наших игроков невиданное количество аудио и видеотехники. 9 автомобилей, и не таких игрушечных, а настоящих. ВАЗ-2110. 9 квартир в Москве. И денежный призовой фонд, о котором я просто не решаюсь говорить. Итак, в эфире праздничный, новогодний, 325-й тираж всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». А в тиражную комиссию праздничного новогоднего тиража вошли представители производственного объединения «ИНИ», которые делают лучшие в мире елочные игрушки. Заместитель главного бухгалтера объединения «ИНИ» Вера Старченко. Бухгалтер Ольга Кичигина. С Новым годом, с Новым годом. Менеджер отдела сбыта Людмила Чевыкина. Ну что же, я сразу должен предупредить вас, что работы у нас очень и очень много. И мы сейчас приступим сразу к розыгрышу автомобилей. Мы сейчас разыграем целый автомобильный парк. Внимательно взгляните на свой лотерейный билет. Он двусторонний. Вот с той стороны, с заветной стороны, персональный семизначный номер. Считайте, что первая цифра в номере вашего билета уже сошлась, а остальные мы сейчас определим. Вот мой мешочек, а вот они, заветные серебряные бочоночки. Вы открываете маленькую задвижку, бочонки ссыпаются в мешок, я их перемешиваю, и мы начинаем с вами игру, которая приводит в трепет всех наших телезрителей. Итак, автомобили ВАЗ-2110. Один бочонок из мешка. Номер 4. Номер 4. Четверку я пускаю на место. Каждый номер теоретически может повториться сколько угодно раз. Номер 2. Итак, мы определили третью цифру слева направо. Прошу. Номер восемь. И второй круг. Вновь. Ход ваш. Ой! Хорошо, что мы его поймали. Номер семь. Итак, номер 7. Близится к завершению розыгрыш автомобилей. Номер шесть и последний. Вот сейчас замерли все. Замерли члены тиражной комиссии. Номер 2. Опять двойка. Номер 2. Итак, я прошу компьютерную группу назвать номера билетов, которые выиграли наши специальные призы автомобилей ВАЗ-2110. Это номера 04-28-762-14-28-762-24-28-762-44-28-762-54-28-762-6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 4-28-762-
Вот это поминальник. Если кто-то не выиграл, не отчаивайтесь. Мы продолжаем наш праздничный тираж.
Уважаемые члены тиражной комиссии, внимательно смотрите все наши номера. Проверьте наличие с первого до последнего. Переставьте, перемешайте здесь все. Я тем временем вновь возвращаю слово нашей компьютерной группе. Галина Афанасьева. В 325-м тираже принимает участие 8 055 596 купленных вами билетов. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 80 555 960 рублей. Более 80 миллионов рублей мы разыграем в течение 40 минут нашего эфира. Итак, все ли у нас в порядке? Да. Ну, тогда вперед. Я подставляю наш мешок. Вы вращаете по часовой стрелке штурвал. Ну вот, еще один зазевавшийся. Вращайте. Вот и он последний. Здесь у нас. Все. Все, дело сделано. Сейчас я буду перемешивать бочонки в мешки, а вы идете за стол тиражной комиссии. Вам предстоит важная и серьезная работа. Вот он, наш игровой билет. Сейчас, перед началом игры, такой игровой билет позволяет каждому из вас надеяться на любой денежный приз и, конечно же, на нашу кубышку. Призовой фонд кубышки в 325-м тираже 3 755 674 рубля. Ну, к этому мы еще вернемся в конце нашего праздничного тиража. А сейчас, мы начнем игру в первом туре. Призовой фонд первого тура. 102 208 рублей. И мы начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны, дорогие мои, зачеркивайте в своих билетах. Номер один, ну вот видите как. Номер один. Номер 47. Номер 76. Номер 20, ровно. Номер 20. Игра продолжается. Секунду. Номер 7. Внимание. Среди играющих билетов 168 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Ну, особенно интересно, наверное, будет. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот особенно будет интересно тем, у кого 4 номера в строке уже зачеркнуты. Я этот бочонок вытащил, компьютер-то считает долго. Номер 79! Номер 79. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 43. Номер 43. Игра продолжается. Игра продолжается. Вот какая игра. Долгая. Номер 23. Номер 23. Игра продолжается. Игра продолжается. О как! Совершенно неожиданно. Номер 5. Игра продолжается. Так, что-то происходит. В настоящее время лидируют 2672 билета. Ну, сейчас посмотрим, закончится ли игра в первом туре. Номер 49. Номер 49. Игра продолжается. Игра продолжается. Так, она не кончится никогда. У меня ничего не получается. Лидирует 4012 билетов. Давайте я перемешаю. 4000 с лишним билетов надеются поделить между собой призовой фонд первого тура. Номер 8. Номер 8. Игра продолжается. Так, все, совсем ничего не получается. Ничего не получается. Давайте, помогайте ассистентке. Давайте. Прошу.
Номер 41. Номер 41. Игра продолжается. Так, у тебя тоже ничего не получается. Отходи. Галя. Номер 64. Номер 64. Идет поиск. Компьютер ищет счастливый билет. Или билеты. Стоп, игра! Стоп, игра! В туре выиграла 138 билетов. В выигрыше по 740 рублей. Я от души поздравляю всех, кто сейчас выиграл. Играли долго, но результативно. Поделить честно нам многих. А игра в первом туре закончилась номером 64. Вам и формировать состав игроков за столом во втором туре. Ну что же, по одному бочонку из мешка. Сейчас мы узнаем, кто будет играть во втором туре. И здесь-то игра во втором туре и начинается. Номер 10. Номер 10. Номер 10 – это ваше место за столом. Прошу. Номер 57. Номер 57. Номер 57 играет здесь. Еще один бочонок. Номер 32. Номер 32. Номер 32 вот здесь, напротив. И ваше место занимает игрок под номером... Номером 24. Номер 24. А вам нужно будет получать призы от дирекции Русского Лото, вот этого Деда Мороза, и, конечно, вот этот змей, вот эта змея, год змеи наступает. Мы аплодируем вам. Вот первый обладатель первых призов в студии. Ну, а теперь любопытно было бы узнать, каков призовой фонд второго тура? 170 348 рублей. Вот это да. Более 170 тысяч рублей. Сейчас мы разыграем. Мы продолжаем игру во втором туре. Прошу, ваш ход. Номер 71. Номер 71. Теперь ход ваш. Номер 42. Номер 42. Теперь ход ваш. Номер 89. Номер 89. Ход ваш. Номер 38. Номер 38. Так, и вновь с вами. Прошу. Номер 62. Номер 62. И вновь с вами. Номер 34. Номер 34. Прошу вас. Номер 25 опять. Номер 25. Ну и понятно, почему такая, да? Почему такая дробь и почему такое сейчас радостное у всех ощущение. 325-й тираж, праздничный, новогодний. Вот если бы эти колокольчики вот так прямо украсили вашу шею, мы бы с удовольствием взирали бы на вас и аплодировали вам. Вот такая новогодняя красота. Ну что же, ход ваш. Номер 2. Номер 2. И снова с вами. Прошу. Номер 90, дедушка. Номер 90. Прошу. Номер 81. Номер 81. Вот ваш. Неудобно, да? Ну что же, освободите от елочных украшений. Номер 28. Номер 28. Прошу. Номер 40. Номер 40. Прошу. Играем во втором туре. Номер 44. Номер 44. Более 170 тысяч рублей разыгрывают. Ничего, да?
Хорошо. Номер 16. Номер 16. Номер 2. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну, вы, естественно, должны понять состояние компьютера. Ему приходится пересчитывать более 8 миллионов билетов. Конечно, времени уходит много. А номер я уже достал. Это номер 22. Номер 22. Так, а он считает. По-прежнему лидирует один билет. Ну вот, с вашей помощью номер 22 мы достали, а теперь лидирует один билет. И если вы вытаскиваете номер, оставшийся в этом билете, в одной карточке, то обладатель этого билета получит более 170 тысяч рублей. Номер 15. Номер 15. Пауза. Лидирует 4 билета. Конечно. Это тягостная пауза. Представляете, у игрока билет, один номер, и он ждет. Ну, давайте пожалеем компьютер. Ему тоже тяжело. Номер 65. Номер 65. Лидирует 13 билетов. Я очень советую игрокам, которые сейчас играют с нами, фиксировать последние номера второго тура. Потому что от этого будет зависеть, кто еще, кроме обладателей счастливых билетов, выиграет нашу аудио- и видеотехнику. Итак, будьте внимательны, фиксируйте. Последние номера второго тура. Номер 19. Номер 19. Идет поиск. Лидирует 17 билетов. Ну вот, 17 билетов. Вот видите тут вот этот музыкальный центр. Вы можете стать обладателем этого музыкального центра, если номер 72. Номер 72. Лидирует 33 билета. Если раздастся команда стоп-игра, сейчас у вас эта возможность. Ну, номер 21. Номер 21. Тягостные минуты ожидания. Лидирует 49 билетов. 49 билетов. Ну вот, очевидно. Очевидно. Нет предчувствия удачи. Прошу. Почему-то нет. Номер 73. Номер 73. Стоп-игра! Стоп-игра! Вот, напрасно вы сомневались. Второй тур выиграл один билет, его выигрыш 170 348 рублей. Дорогие наши телезрители, будьте внимательны. Я прошу компьютерную группу назвать последние 6 номеров второго тура. Это номера 15, 65, 19, 72, 21 и 73. Вот в этих последних номерах первую цифру отбросьте и зачеркните. Остальные спрессуйте вместе. Добавьте перед ними цифру 0, 1, 2, 3 и так далее до 9. И вы получите номера билетов, которые выиграли наш специальный приз. А вот такой, а вот такой, вот такой аудиоцентр. И точно такой же центр, естественно, получаете вы. И, конечно, все мы вместе поздравляем тех, кто выиграл денежные призы второго тура. Мы аплодируем всем победителям. Сейчас вам мои ассистентки помогут все это унести к себе на место. Призов много, а я с нетерпением жду игрока под номером 73. Этим номером завершилась игра во втором туре. Вам, значит, играть в третьем. Сейчас узнаем, с кем. Будьте внимательны. Мы вот здесь сейчас начинаем играть в третьем туре. Номер 58. Номер 58. Вот ваше место за столом. Номер 58. Номер 48. Номер 48. Номер 48 вот здесь играет напротив. Прошу вас. Номер 27.
Номер 27. Номер 27 здесь. И ваше место сейчас займет игрок номер 11. Номер 11. И вот прежде чем покинуть это замечательное место, вы получите призы. Потому что это наш, ну, естественно, наш известный счастливый бочонок. Вы получаете елку, и вот этого Деда Мороза, полный комплект, и вот этих вот змей, которые обовьют эту елку, чтобы год был счастливым. Вам призы от русского лото. А теперь я хочу узнать, какой призовой фонд третьего тура. 272 557 рублей. Вот это да! Итак, мы продолжаем игру в третьем туре. Так, прошу вас. Номер 37. Номер 37. Прошу вас. Номер 83. Номер 83. Теперь ход ваш. Номер 68, точка внизу. Номер 68. Прошу вас. Номер 36. Номер 36. И вновь ваш ход. Прошу вас. Номер 85. Номер 85. Прошу. Номер 87. Номер 87. Номер 13. Чёртова дюжина. Номер 13. Прошу вас. Номер 67. Номер 67. Перемешаем. Вот так. И вперед. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Номер 4. Номер 4. Номер 59. Номер 59. Прошу. Номер 46. Номер 46. Прошу вас. Номер 70. Ровно. Номер 70. Номер 77. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Ну вот. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот, появились такие билеты, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуто. А мы уже с вами вытащили бочонок номер 77. Номер 77 идет поиск. Ох, он ищет и ищет. Игровая ситуация не изменилась. Пока лидирует не один билет. Пока не находит. Один всего билет. Теперь уж сначала да или нет. А уж потом бочонок. Да или нет? Да, если вы уверены, что сейчас игра закончится. Нет, если вы уверены, что мы продолжаем игру, я иду дальше. Постарайтесь. Что значит да? Вы уверены, что вот сейчас закончится игра? Один билет всего? Я думаю. Вы думаете. Это ваше право. Номер, ну, в любом случае, игрок не проиграл. Номер 45. Номер 45. По-прежнему лидирует один билет. Мы прощаемся с вами, вы возвращаетесь на свое место. Ваше... Но перед этим вы получаете вот этого Деда Мороза, который исполняет для вас праздничную мелодию. Ленинский проспект, дом 45, адрес нашей дирекции. Вам, Деда Мороза, от русского лото. Да или нет? Нет. Нет. Прошу вас. Номер 26. Номер 26. Идет поиск. Лидирует по-прежнему один билет. Телезрители, не забывайте фиксировать последние номера третьего тура.
Эти номера неразрывно могут связаться с телевизором. Вот увидите номер 14. Номер 14 идет поиск. Лидирует 3 билета. Я вас не спросил, ни да, ни нет, но пока это не важно. Да или нет? Да. Да. Вот уж поаплодировал бы я, если бы у меня руки были свободны. Номер 30. Номер 30. Лидирует 16 билетов. Ну что ж, мы прощаем с вами. Вот Дед Мороз, пусть вам напоминает. Это небольшая неудача. Не расстраивайтесь, старый год. Вот видите, уходит, новый наступит, все будет хорошо. Итак, у меня осталось всего 2 игрока, да или нет? Да. Да! Смелые, смелые, смелые сегодня игроки за столом. Номер 52. Номер 52. Идет поиск. Он решает вашу судьбу и судьбу телезрителей. Лидирует 29. Мы прощаемся с вами, Дед Мороз. Пусть напоминает вам о том, что вы играли за столом. Вот последний игрок. Я еще ничего вас не спрашивал. Ни разу так получилось. Да или нет? А что, если я один останусь? Нет. Нет. Номер 78. Номер 78. Идет поиск. Лидирует 51 билет. Я остался один. Вы уходите с Дедом Морозом. Я остаюсь один. Телезрители, мы будем играть вместе с вами. Михаил Борисович, игрок сказал нет. Нет? Так, я переволновался. Вы остаетесь, слава богу, вы остаетесь со мной. Я испугался, что я один буду играть. Оставайтесь со мной. Что вы сейчас скажете? Нет? Опять нет. Так, сейчас я уже постараюсь точно зафиксировать это для себя. Нет, нет, нет. Номер 53. Нет, нет. Нет. Номер 53. Идет поиск. Идет поиск. Идет поиск. Не переживайте. Стоп игра! Стоп игра! Да! Вот это да! Третий тур выиграл один билет. Его выигрыш 272 557 рублей. Мои поздравления! Такая денежная сумма одному игроку. Вы знаете, я тут перед вами провинился. Я вас тут и неправильно трактовал ваш ответ, неважно. Я хочу загладить свою вину перед вами и перед телезрителями. Я отдаю вам наш главный приз и всем телезрителям, которые сейчас, будьте внимательны по номерам своих билетов, выиграют точно такие же телевизоры, как и вы. Последние 6 номеров третьего тура. Это номера 26. 14, 30, 52, 78, 53. Ну, вы уже хорошо знаете, нужно первую цифру в каждом номере отбросить. Остальные спрессовать, добавить любую цифру от 0 до 9, и вы получите номера билетов, которые выиграли. Телевизор от дирекции Русского Лото, и точно такой же телевизор вам под Новый год. Номера этих билетов счастливых на ваших телеэкранах. Ну а мы продолжаем нашу игру в четвертом и последующих турах. А поможет мне это сделать наша гостья, народная артистка России Надежда Кадышева. Ой, Надюша, здравствуй, милая. Ты какая красивая сегодня. Да. Мы продолжаем с тобой вместе играть в четвертом и последующих турах по одному бочонку из мешка. Номер 66, валенки. Номер 66. Стоп, игра выиграла 8 билетов. Выигрыши по 85 тысяч. Номер 74 рубля. Номер 3, вперед и дальше. Номер 3. Компьютер считает. Стоп-игра выиграла 14 билетов, выигрыши по 97 341 рублю. Номер 80, бабушка. Номер 80. Стоп-игра выиграла 23 билета, выигрыши по 88 877 рублей. Номер 12, дюжина. Номер 12. Игра. Стоп-игра выиграла 34 билета, выигрыши по 60 123 рубля. Номер 74. Номер 74.
Итог: игра выиграла 46 билетов, выигрыши по 59 251 рублю. Номер 33, Кудри. Номер 33. Топ-игра выиграл 104 билета, выигрыши по 26 207 рублей. Номер 18. Номер 18. Топ-игра выиграл 149 билетов, выигрыши по 18 292 рубля. Номер 31. Номер 31. Топ-игра выиграла 234 билета, выигрыши по 11 648 рублей. Номер 7. Номер 7. Топ-игра выиграла 482 билета, выигрыши по 5230 рублей. Номер 50. Полста ровно. Номер 50. Топ-игра выиграла 848 билетов, выигрыши по 2812 рублей. Номер 61. Номер 61. Стоп-игра выиграла 1716 билетов, выигрыши по 1191 рублю. Номер 75. Номер 75. Игра выиграла 1992 билета, выигрыши по 1026 рублей. Номер 88. Номер 88. Сосредоточенно играет вся страна, Надюш. Да. Тебе сейчас много. Игра выиграла 4196 билетов, выигрыши по 487 рублей. От тебя много зависит. Номер 51. Номер 51. Топ-игра выиграла 6893 билета, выигрыши по 296 рублей. Номер 39. Номер 39. Стоп-игра выиграла 10021 билет, выигрыши по 204 рубля. Номер 56. Номер 56. Топ-игра выиграла 16136 билетов, выигрыши по 127 рублей. Номер 82. Номер 82. Стоп-игра выиграла 26558 билетов, выигрыши по 128 рублей. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Топ-игра выиграла 45355 билетов, выигрыши по 90 рублей. Номер 60 ровно. Номер 60. Так. Стоп-игра выиграла 76891 билет, номер... выигрыши по 75 рублей. Номер 6, точка внизу. Номер есть выигрыши 6. В студии. Топ-игра выиграла 108662 билета, выигрыши по 78 рублей. Разыгрывается последний вот тур. Последний ход, Надюша. Номер 63. Номер 63. Стоп-игра выиграла 174942 билета, выигрыши по 66 рублей. На 83-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 7 бочонков. Ну вот сейчас мы, пока Надежда Кадышева и Золотое кольцо готовятся к музыкальному номеру, мы подводим итог сегодняшнего праздничного тиража. Я высыпаю все, что там осталось. Вот наш мешок. Проверьте, пуст ли он. Я называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Это номер 17, номер
29, номер 35, номер 54, номер 69, номер 84 и номер 86. Сейчас решается судьба нашего суперприза, нашей кубышки. Она разыграна! Разыграна! Вот она! Кубышку выиграла 17 билетов всего же. В новогоднем 325-м тираже выиграла 475 444 билета. Вот так! Почти 500 000 игроков выиграли в сегодняшнем праздничном тираже. И сейчас выиграют еще. Мы засыпаем бочонки в мешке и начинаем разыгрывать квартиры. Вот квартиры. Квартиры. Правильно, вот они уже все в мешке. Квартиры в Москве по номерам купленных вами билетов. Итак, первый номер в каждом билете уже сошелся. Второй номер слева направо, это 6, точка внизу. Номер 6. Шестерку на место. Перемешиваю. Ваш ход. 5. Номер 5. Пятерку на место. Перемешиваю. Ваш ход. 8. Номер 8. И вновь бочонок на место. Второй круг самый важный. 6, вновь шестерка, точка внизу. Номер 6. И перемешиваю там, вы можете еще рукой перемешать сами. Любой. 6. И вновь 6, и ничего не поделаешь. Номер 6. И сейчас все решится, ваш последний ход. Вот так волнуется главный бухгалтер. Как не перед одной ревизией. 7. Вот решена судьба 9 квартир в Москве. Номера билетов выигравших квартир в Москве. 06, 58, 667, 16, 58, 667, 36, 58, 667, 46, 58, 667, 56, 58, 667, 66, 58, 667, 76, 58, 667, наконец, 86, 58, 667. Пока Галина Афанасьева перечисляла эти 9 номеров счастливых, я получил от производственного объединения ИНИ эти замечательные новогодние игрушки. Я надеюсь, что в следующем столетии, в следующем тысячелетии мы будем всегда вместе с вами, дорогие наши игроки. Каждое воскресенье вместе с нами. Встречайте, мы русское лото, мы всегда работаем для вас. А наш сегодняшний праздничный тираж завершает народная артистка Надежда Кадышева и «Золотое кольцо». Глаза влюбленные, а сама.
сошел. За нас, за всех, за всех.